Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, я бы хотел всем, точнее всех, попросить поаплодировать по поводу дня рождения Майкла Джексона. А все связанное, точнее все последующее, что мы будем играть, так или иначе связано с его сумасшедшей энергетикой. Вот. Поэтому мы начнем. Thank you.
гитаре играет Роман Бондаренко. На барабанах играет Аркадий Корнев. На бас-гитаре играет Антон Горбунов. На клавишах играет мой старый-старый друг с колледжа Всеволод Гузов. Звук. Три имени. Данил Зубков, Алексей Белов, Андрей Ласка. Следующая композиция называется «Прогулочка в парке». Oh,
Спасибо. Какое клевое соло, да, Антон сыграл на бас-гитаре? Рома, Валера так себе, а вот Антон сам себе. Рома! Я и говорю, Рома, Валера так себе. А вот Рома-терапия. А, да. Рома. Рома крутой. А. Крутой это Игорь, а Рома это Бондаренко. Аплодируйте, пожалуйста. Со следующей композицией была забавная история, потому что я назвал ее, потому что такое же название имеет песня Alicia Keys. И на традиционном английском она переводится как «блевотина». Извиняюсь, кто кушает. Вот. Но на сленге английском она переводится как «зависть, ревность». Вот об этом следующая вещица. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Красавица, ну воспеешься. Нахер это начинает, на. I love you too! Как он? В общем, я забыл предупредить, что у нас концерт-то небольшой. Еще парочку сыграем, окей? Mm-hmm.
кабель переключит и начнет играть. Давай. Thank you.
Спасибо. Валера! Ну и последнее за сегодняшний вечер.
Thank you.
Аркадий Корнев, Роман Бондаренко, Антон Горбунов, Серый Лазгузов, Даниил Зубков, Алексей Белов, Андрей Васкин, Олег Степанов. Спасибо. Еще одно, хорошо? Окей? Ну, поставь 220 рублей. 220 рублей. Гаражо. Значит, мы сыграем вещичку из нашего 46-го последнего альбома, который называется «Убирайся отсюда». Ну, так и есть. Thank you.
Еще раз. Аркадий Корнев. Роман Бондаренко, Антон Горбунов. Всеволод Гузов. Коллеги Степанова.